Михаил Коняхин возглавил Главное управление Министерства юстиции России по Нижегородской области. Руководителем органов исполнительной власти и профессиональному сообществу нового начальника ведомства в Нижегородском Кремле представили заместитель министра юстиции Российской Федерации Сергей Быстревский и вице-губернатор региона Евгений Люлин. Михаил Коняхин более 20 лет трудится на государственной службе, более половины из которых в системе Минюста. Имеет два высших образования, степень кандидата экономических наук, различные ведомственные награды. Сергей Щеплягин, «Время новостей».